Всем привет! Хочу вам показать маленький репортаж с выставки «Иерарта». Выставляются там Владимир и Андрей Драгонские. Андрей – это один из трех сыновей Владимира Александровича Драгонского. А Владимир Александрович Драгонский – это наш художник, который прошел войну, награжден боевыми орденами и медалями, член-корреспондент Академии художеств, принят в Союз художников в 1952 году, график. Ну а Андрей Петрогонский, тот тоже художник, окончил в 1974 году художественную школу имени Кегансона, а в 81 году окончил графический факультет, мастерская графики Петрогонского, института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Вот, можете посмотреть работы, которые были размещены на выставке в Иерарте. Ну, собственно говоря, больше, наверное, комментариев никаких не будет. Всего хорошего, до свидания. Пока-пока.